Civic. Вот это стилёк у него, конечно. На ковшах. Сильно. Сильная стиль. Диски пиздец. Кайфовая тачка. Короче, решили приготовить селедку под шубой. Замариновал лучок, залил его кипятком предварительно на 5 минут. Воду слил, маленькую ложечку соли, маленькую ложечку сахара и маленькую столовую ложечку чайную, точнее уксуса. Такой советы сейчас буду нарезать. Ну, варится картошка, морковь, буряк, яички. Еще делаю по классическому рецепту. Сначала ложу слой картошки, я натер, чтобы селедка не выпадала. Значит, так. Картошки подсолить. Затем вылажу лук. Ну, некоторые ложат селедку, потом лук. Сейчас будет лук, а потом уж только селедка. Получилась вот такая у меня красота. Замечательно. Остался буряк. Это я сделал с чесночком попозже, тоже на терочке натру. В принципе, несложно его делать. Но много остается, блин, грязи. Вот это вот. Все потом мыть. А сейчас накрою и в холодильник оставится. Ездили за Марью Ивановной. Осталось. У нее сегодня последняя тренировка. А вот сейчас в 2:30 будем выезжать. И все. И неделю отпахала. Утром и вечером. Представляете, каждый день по 5,5 часов тренировка. Делаю салатик вот такой вот сейчас с чесночком. Вот такая вот получилась красота. Чеснока целый в головку. Майонезика чуть-чуть. Чуть-чуть соли. Капельку оливкового масла. Ждем Машку. Уже все. Последняя тренировка. Лицей закрытый. Машину все равно не могут. Никто не загоняет. Ворота закрыты. Оттягивают очки. Труся. Взяли суши. Сейчас отметим. Неделя. Кстати, вот так вот едет, короче, посреди полосы. Сейчас через две сплошные проехал. Хотел обогнать. Вот посмотрим, что он говорит. Едет, выехал, во-первых, перед машиной. И едет посреди, блядь, полосы. То есть, ну я не в своей не могу ехать, не. А сейчас дура хотела поехать через две сплошные, блядь. Бухое, блядь, наверное. Дебилище, блядь. Ну сейчас посмотрим, что он там, блядь. Будет, блядь, делаем. А, он налево хочет повернуть. Тут, блядь, а, не едет, да, нихуя? Решен. Шара, блядь. Уехал. Все, мы дома. Вот Машенька отработала неделю. Две тренировки в день. Вот у нас приколюхи. Фух, наилась, напылась. Пробил, короче, эту бэху. Та бэха, оказывается, белая с Одессы. Ну, то есть он с Одессы, она на львовских номерах просто. А сам он сюда приехал. Вот такая манера езды. Вроде бы номера львовские, а ездит, блядь, вот так вот. Махачкала, блядь. А, спасибо за стояло, блядь.